Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Овер. Сегодня у нас рубрика, которую я позаимствовал у Сереги Бритвы. Я надеюсь, что он не обидится за это на меня. В общем, вкратце расскажу суть. Я буду использовать читерскую команду, которая дает ВХ, но это не считается читом, так как это все официально. В общем, я буду играть сегодня с другом, используя эту команду. Тем самым попробую потроллить его. Давайте посмотрим, что из этого получится. В общем-то, у меня все, ребятки, приятного просмотра. Ну так, собственно, ребят, сейчас позвоним Игорю. Вот с кем я буду сегодня играть, кого... Алло, Игорь. Алло, здорово. Игорян, здорово, что делаешь? Я? Да. Я ничего не делаю. Знаешь, что, короче, сегодня было? Ну. Значит, хожу я в туалет, да? Ну. Ну, отложил я личину. Ну. Выхожу, и рядом бабушка... Ну, личина не смылась, короче, она осталась в туалете. Ну и что? Выхожу я из туалета, идет бабушка, значит. Ну. И я ей такой говорю, пойди посмотри... Там твой близнец лежит. В натуре я, боже, не угораешь сейчас? Да, она промывала потом. Все, а что она сказала? Сказала, что я дебил. Все, а как так? Ты дурак? Ну это правда? Да, я, кстати, согласен вообще. Слышь, короче, я что звоню? Может, в КС-ку поиграем? Один на один поиграем, слышь? Да. Че, да? Пойдешь? Я в КС-ке. Не, пойдешь? Я просто видел, что ты в КС-ке пойдешь, да? Хочешь, чтобы я тебя в очередной раз... Напукал, знаете? Да, да, давай, короче. Ну давай, я пукну. Ну давай, заходи, короче, в лобби. Так, ну все, Игорь, короче, давай. Я хастанул. Погнали, собственно. О, нормальная карта, Мираж. Так, короче, пока ты заходишь, Игорян, я ботов кикну. Слышишь? И себя заодно кикни. Тупой? Что? Не очень смешно. Я вообще-то таких шуток не понимаю. Я в комедии. Так, я, короче, настроил фризитайм на днерочку, чтобы быстрее было, окей? Так, и рестарт. Ты зашел ко мне? Давай, короче, Игорь, все, погнали. На А только ходим, короче. Я за бомбу закладываю. Да, я закладываю бомбу. Только на А, братан, ходим. А ты как всегда там в Арабских Эмиратах сидишь свои. Только на А. Ты где? Я на А, слышишь, ты где? Я жду, пока ты бомбу будешь ставить. Чё? Это как? Да, Игорь, я тебя на самом деле слышал. Очень было слышно. Слышал. Слышь, что я за тобой прям бежал, я когда из ямы выбежал. Ты по звуку, блядь, меня через стенку пробил? Не, я встал. Я тебе сейчас очко пробил, ты заебал. Я встал. Ну, да, короче, ты как всегда бомбишь. Это даже не серьезно. Как всегда бомбишь. Оп. Ага. Ну, скажи, сейчас я тебя не видел. Сейчас ты меня... Хохол, хохлятская жопа. Мама анархия. Анархия, блядь. Помнишь, мы раньше с тобой каждый день играли до осени. Слышь? Игорян. Да, мы играли вообще целыми днями. Но надо, надо возобновлять. Оп! Да! Ты что? Как это было? Да, Игорь, ну... так не стреляет. Не, это Дигл, наоборот, это... Уигл! Зигла только так и летит вообще. Сука, где базуку купить? Так, Игорь, тихо. Я вот в переходе поджидать. Как и... Ты видел турнир? Какой? Ой. Какой турнир? Я турнир организовал, там я один играл. Вот там я такие фируля выкручивал, ты, блядь, никогда таких не видел. Ну, я не сомневаюсь, братан. Ты сомнительный парень. Сука, что? Слышно было, как ты по лестнице что лез. Что за бред? Слышно было, как ты по лестнице Ой, лез. Хуец. Я тебе говорю, слышно было. Ты мерзкий. Почему мерзкий? Играем, короче, вот, до победы. 8 раундов надо, да ты по-моему. Просто, я просто не мотивирован. Когда мы играем на деньги, я тебя выиграю, на зичем. Сука, салопы еще кто. Ой. Оп. Не, ну, Игорь, ну тут вообще изи было. Пиксельный камуфляж розовый. А, да, ты видел? Это АВП с багом для имщиков. Это, я, кстати, АВИК в розыгрыше выиграл. Нормальный, да, такой? Да я заметил. Выиграешь, я тебе его отдам. У тебя с психикой проблемы. Слышишь? Выиграешь, я тебе его отдам. Сука, я тебя кровью. Это что было? Ты, сука, ты чё, блядь? Я просто, я нечаянно стрельнул. Хуеть, я тебе ещё, блядь, в репу пробьёте. Да ты хохол! А ты там, что ли? А, ты там! Мерзкий, блядь, чебуречил, отвали. Ты там! Охуя! Что? Ты сам себя спалил, братан. Ты заебал! Так. Опять... Сука, мерзкий! Заебал, хватит своего ВП, иди в жопу.
Я уже понял, что я крутая, блядь, за 1000 рублей, мне насрать. Ну давай тогда я, окей, АВП уберу. Куплю себе другой девайс. Игорь, что-то ты летом играл намного лучше. Девайсы, подожди. М? У тебя какие девайсы? У меня больше нет. Ты все продал, да? У меня только... Если за квартиру платить надо, коммуналку... Что, блядь? Ты заебал! Давай, короче, еще разочек. На Дасте, Игорь, только на А ходим. Ну нормально, дайте на Мираже. На Серёд. Ну можно, да, еще на Мидл. Нормально, дайте на Мираже раскатал. И повезло тебе 8 раз просто. Да я не размялся, ты, блядь, позвонил так назад. Ну да. Ну я, не, я перед этим поиграл, кстати, на ДМ. А, ну понятно. Ну, можно все ссылаться на то, что я не опытен. Да. Да, я целый день не играл. Додик, ты слышишь, как я стреляю? Нет. А, сука, как? Ты что, блядь? Алло! Я обошел тебя. Я ж там сказал, ты ж там спросил по миду, можно, я сказал, можно. Где ты был? Я обошел тебя. Все, давай, погнали. Давай. Только А, и можно мидл еще пробовать. Я пробовал, понял. Давай. А бомбу можно выкидывать за машину? Можно. Я так все время в этом делал. Красава. Ну-ка, где ты, братан? Я на Б. Не, на Б нельзя. Уже на Б. Нельзя на Б ходить. Б? Нельзя на Б. И КБ. Да ты дебил? Давай без Б. Без Б. Ну, блядь, что за читерлинг, ты заебал? Ну это дефолтная позиция, всегда так чекать. Дефолтная, блядь, я не буду идти в жопу. Всегда так чекать надо. Залу чекать. Я уверен, что ты сейчас побежал либо в темку, либо на танцпол. Я на танцпол. Слышь, на перерыв. Ты ебанутый? Откуда попал? Ты серьезно, попал? Ты такой тупой, откуда ты стреляешь? Я на шару просто стрельнул. На спидхаке гоняешь? Нет, убил. Серьезно, на шару стреляю. Яру. Простреливаю просто. Кажется, интересно, блин, ты заебал убивать твою. Ах ты сука. Я попадаю, что ли, Игорь? Я просто на шару стреляю. Серьезно. Да подмойся, пойди, блядь. Говорит, подмойся. Я попал? Я попал хоть раз? Да. Ух ты, блядь. Сука, обходильчик, блядь. Ну-ка, Игорь. Ну! Я на шару просто. Да что, блядь! Реакция, Игорь. Сука, я вылезти не успеваю, ты заебал! Просто реакция, братан. СВП неинтересно. Согласен. Знаешь, как я тебя спалил вот сейчас, Игорь? Чёрт мерзкий! Игорь, вот знаешь, как я тебя сейчас спалил? Ты плент выкинул, я услышал. Уси, иди в жопу, блядь. Раздражай. Ай! Хуяй. Дальнобойщик. Да пиздец! Да ты заебал! Ладно, давай, вот последний раунд с Авиком. Потом выкинул, окей. Выкидывай. Сейчас выкину. Давай, я короче, я выкинул авик, наоборот. Я буду спросил, бегать, знаешь, с чем? О, я нашел сим. Только тем. Не с СССР. Не. Ненормальную тему нашелся. Класс. Стикер. Блин. Ой. Ой, жесть. Да ты мерзкий. Что? Чепушила! Блять! Как ты в голову, у тебя все пули в голову летят. Игорь, это я просто на дэме поиграл перед этим. На, блядь, знаешь, на чем ты поиграл? На нервах на них. Попал? Машара. Шаф, блядь, ты шафкат, пиздец. Как ты попал, Игорь? В смысле, я попал? Да. Да. Чисто на шару простреливал, слышь, вот. Игорь. Ну чё, я ставлю точку, Игорь? Ой, лошочку, блядь. Какую точку? В этом матче. Последний? Да. Если я выигрываю, это последний. Я вообще сейчас как мастер.
Хорош. Слышь, Игорь. Игорь, извини, короче, я на самом деле с ВХ играл. Иди нахуй! Я, короче, я тебе сейчас скину команду в консоли. Слышь, она правда не работает на соревновательном, только когда вот в лобби играешь, можно включать ВХ. Вот так со мной, я никогда с тобой так не поступлю. Вот ты не обижаешься? Обижаюсь. Ладно, извини, Игорь. Ну что ж, ребятки, вот на этой ноте замечательное видео подходит к концу. Если вам оно понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, также вступайте в мою группу ВКонтакте. Собственно, с вами был Овер. Всем до встречи, ребятки. Пока-пока.